Виталий Квашук. Полузащитник Гомеля Виталий Квашук родился в столице Украины, где занимался футболом в системе легендарного киевского «Динамо». В те времена я особо, как вам сказать, я тогда по детской школе играл-то, я там пару месяцев был в молодежной команде в дубле. Хотя я был, наверное, в лет 14-15 уже молодежный, то есть меня подтягивали, когда был Мунтян тренер. Ну, конечно, вспоминаю там Белькевича, понятное дело, это был топ-футболист, и Хацкевич, и Белькевич, и Милевский. Милевский тогда это было вообще что-то с чем-то, поэтому, конечно, положительно вспоминать. И то «Динамо» вообще, в принципе, положительно вспоминаю, потому что тогда были игроки, действительно показывали уровень с каждой игрой. В нашей стране Квашук впервые появился в 16 году. Ну да, вот первый клуб из Жодина, да, в белорусском чемпионате. Уехал от семьи, да, то есть, в принципе, вроде как недалеко, да, там 500 километров, 550. У меня тогда ребенок, как бы, ну, маленький был очень, и как-то было тяжеловато в психологическом плане. Понятное дело, когда ты играешь постоянно, да, то есть как-то психологическое состояние уравновешивается, да, когда ты и семью особо не видишь. А когда еще особо и не играешь, и еще и семью не видишь, то есть было, ну, было тяжело, первое это. И как-то вроде Николаевич Крюшенко там, ну, как был доволен сначала мной, там, и говорит, будешь играть, все нормально будет. Ну, потом я же говорю, как-то, ну, понятно, я выходил на замену, то есть, в принципе, всегда. Вот так вот. Но потом как-то мы с ним пообщались, и говорю, Николаевич, давайте, наверное, это, я поеду, потому что, ну, тяжело, и говорю, и не играю, и как-то вот такие вот моменты, и все, мы с ним поговорили, он, да, Виталий, без вопросов. Прямо сейчас Виталий один из самых результативных игроков высшей лиги. Приятно, и все, ну, как-то. Да и, ну, как гордиться, ну, надо привыкать к тому, что, ну, не хочу вот это вот скромничать. Раньше скромничал, сейчас вообще поменял полностью свое психологическое какое-то мировоззрение, вообще полностью на все абсолютно поменял, потому что скромность это удел слабых, поэтому, ну, как бы я не хочу скромничать. Ну, конечно, хочу еще дальше и так же. И быть, это надо привыкать к тому, что хочу забивать каждую игру и хочу каждый сезон так показывать. Почему нет? Гомель много создает и много забивает, но очки команде даются с большим трудом. Я бы не хочу говорить, что там какие-то команды не были готовы к тому, что там вот он Гомель, какой-то там сюрприз там преподает. Какой сюрприз? Ну, послушайте, 21 век. Ну, ты что, не видишь, кого ты, ну, там, кто кого подписывает, ну, там, ты видео со сборами, ну, это же бред. Ну, как бы, ой, там сюрприз Гомель. Ну, кого не сюрприз? Поэтому, да, вот, конечно, на тот момент я верил, да, там, это. Понятное дело, что сейчас тоже продолжаешь это верить, но, понятно, но это маленький процент этого всего, что нам сейчас, мы сейчас бах и в тройке, ну, как бы надо быть реалистами. Яркая игра Квашука наверняка привлекла внимание более сильных клубов, как в нашей стране, так и за ее пределами. Трансферное окно открывается очень скоро. Не хочу вот это там зарекаться, там говорить, ой, я там сейчас либо уйду, либо останусь, Гомель мой там навсегда. Ну, послушайте, ну, как бы все ребята, все там, да, футболисты, ну, для, как бы играем там. Понятно, я этих болельщиков уважаю очень. Понятное дело, я выхожу на поле, ну, я тоже им, ну, они мне отдают там, да, болеют за нас, да, я им стараюсь отдавать себя вдвойне, да, как бы, ну, сейчас там кричать, бить в грудь, что там, ребята, я там останусь или этот, ну, подождите, ну, как бы, надо быть реалистами и все. Конечно, будут предложения какие-то, будем смотреть, думать. Независимо от того, за какую команду выступает Виталий, в его жизни есть люди, которые всегда рядом. Ну, за меня, конечно, моя семья, блин, и жена, и теща, и мои родители, все, блин, все смотрят. Ну, может быть, мои родители не смотрят, потому что так как у меня брат старший, он тоже работает где-то там, каких-то детишек тренирует, там тоже такого плана, поэтому он особо там дома не находится, и они как говорят, как я говорю, гавкают на эти все телефоны, и все остальное, интернет, это не их. Теща там с малым смотрят, когда жена даже там на работе тоже смотрит, переживает. Все, после каждой игры там мне пишет перед каждой игрой, после каждой игры пишет по словам поддержки.